Быстрее сдыхай, что ли. Этих еще убивать все-таки. Так, ближе к этой части экрана теперь будем держаться, пожалуй, в этот раз. Ну ладно, особо не продамажили. Быстрее, есть. Хорошо. Улучшаем тайминги. Так, более комфортно его сразу уничтожать. Да. Ну вот что с этими тварями делать, а? Вот что делать с этими гребаными тварями? Все здоровье мне снимают просто. Этот автотрек, он не наводится на них, блин, нормально. Так, главное здесь урон не наполучать. Может быть, будет норм. Все, да... Да какая скотина выстрелила! Какая скотина выстрелила, просто из ниоткуда прилетел лазер или плазма, что там. Пошел нафиг, жирный. Да, веселый трей у нас получается. Но это потому, что я броню не грейжу. Немножко зажал грейд брони, бывает. А без грейда тут тяжеловато, как видите. Сразу снимает там эти три штуки лазерные все здоровье. Да не только эти лазерные штуки. Тут помимо них проблем дофигища. Ну ладно, хотя бы хоть как-то там какое-то количество здоровья осталось. Уже лучше, чем то, что было в предыдущие разы. Сейчас главное об стенки не слиться, блин. И тогда, может быть, будет шанс наконец-то добраться до этой гребаной брони. Да не в ракеты, целься! Чё убивает-то меня? Меня постоянно что-то убивает. За миллиметр до гребаной брони. Тихо. Вот сейчас здоровье точно тратить не стоит. Как-то не очень в этот раз получилось. Так, сверху сейчас попрут кадиллаки. Сейчас будет большой корабль. Так. А сейчас пойдут эти лазерные чмошники. Да ты сдохнешь или как? Куда в стенку-то? Куда, где вообще? Я потерял вообще себя на экране. Я сейчас потерял себя на экране, просто. Я смотрел на то место, откуда они должны вылезти. В итоге потерялся просто сам. Офигенская тактика. Так, а вертолет, по-моему, получает пипец сколько урона снизу. Или мне показалось? Показалось. Ладно. Когда, кажется, стрелять надо. Но мы это и так делаем постоянно. Хорошо долбится. Да сдохни уже, пожалуйста, блин, как ты просто живучая тварь. С этой броней, да. Это я себе хардкорчик сделал. Пытаясь накопить на новый самолет или космолет.
Это я себе хардкорчик сделал жуткий прям. Вот эти вот трое, это пипец. Или четверо, сколько их там вылезает. Если бы не они, все было бы в норме. Но они снимают все здоровье. От них не увернешься. И в этом главный прикол. Надо было бомб купить, что-то я туплю. Надо было реально купить бомб. О, как он быстро в этот раз отлетел. Смотрите-ка, у меня теперь гораздо больше времени на подготовку. Это хорошо. Ну давай, давай, прорубай себе окно в Европу. А то попадешь в полную жопу. Так, сейчас главное не торопиться. Все, наконец меня никто не стрельнул, твари. Заснули там все, что ли? Да убей ты пушку. Да наконец-то чекпоинт. Я уже не надеялся. 50% уровня пройдено. Нет, только не вы. Они просто так пролетели. Неудачники. Блин, там какая-то секретная херотня. А до нее не добраться, потому что, ну, бомб нету. И все такое проще. Ладно, забьем на это просто-напросто. Нам и так весело, без всяких секретных штук. Так, естественно, приоритет вертолет. Опять пролетели просто так. Есть. Теперь эти вертолеты никуда не денутся. А здесь что? Что-что? А, no hitting 20 секунд. Понятно, без нагрева. Немножко охладим стволы, потому что они практически максимально уже нагрелись. Хорош, просто хорош. Все здоровье потратил на этом говне, за которое даже очки не дают. Босса хэт. Или что там? Что такое? Нормально ты выперся вообще? Как себя чувствуешь? Нормально? Чё ты так выперся-то? Прям на меня. Да плевать мне на твои ракеты, успокойся уже. О, здесь ещё броня оказывается. А муха не заметить. Mission complete! Три рекорда. С 25 смертями, блин. А может и даже 4, нет? Нет, не 4. Ладно. Все-таки ящик не появился, не? Точно не появился ящик. Куда вы дели мой ящик, скоты? Я его даже не попытался открыть-то. Они зажали ящик. 322 тысячи. А теперь за 450 здесь уже доступен, блин. Ага, 2X фронт, 2X ре. Назад. Один миссил, один бомб. Не. Три фромб, пожалуйста. Покупаем. Оп. Такс. Здесь уже гораздо больше обвесов. Так, VIP-ом сет с контроллер. Load multiple weapon sets. You can switch these sets.
Ага. Ого. Мы можем поставить несколько разных пушек, как в Диабле. И просто одной кнопкой во время полета прям переключаться. Вот это офигенно. Так, это какая-то... А, Power Shield. Нифига себе, нифига себе. Ну, я даже не знаю, поставить пушку или броню. Давайте лучше броню. Time Compressor. Circus. Ну, посмотрите, сколько здесь еще добавилось. Пипец, сколько просто всего. Даже камуфляж есть. Офигеть. Это вот, естественно, уже не помню. А, кстати, мислы. Давайте купим мислы какие-нибудь, да? Мислы, 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 мислы. Аутотрон Эйр. Что это? Абсолют террор. Автотроны. Это маленькие автоматические роботы, которые размещаются на поле боя. То есть это дроны? Охрененски, охрененно. Это 80 тысяч или 60? Я не вижу. Кислотная пушка. Наверное, 80 не могу купить. У меня 62 тысячи, правильно? Но у меня не хватит ни на что. Да. Ладно, что я могу из этого купить за 60 тысяч тогда? Радиатор МК-3. Скорпио Плазма Ган. Ла Фонтальне. Speed Power. Мне нужно что-нибудь такое. Power, Power. Мне надо Power, Power. Совсем Power. Нет. Пульс Ган, наверное. Нет. Такое может купить, попробовать. Давайте купим, попробуем. Все, погнали. С новым кораблем в путь. О, нифига себе, это я так могу прям всю эту зафигачить карту своим дерьмецом. Так, а эти штуки не уничтожаются, да? Что-то какая-то говёная пушка. Ох, как быстро это. Перегрев-то идет. Ядрись, коптить. Ядрись, коптить. Теперь я понимаю, зачем здесь система охлаждения. Ну. Блин, я все поломал. Всю сборку поломал. Поломал вообще все. Все поломалось, все поломалось к чертям. Зараза. Просто пипец какой-то здесь происходит. Вот что я могу сказать. Лучше бы я ничего не трогал. У меня все уже, здоровья нету. Это из-за перегрева. Ой, какой кошмар. Какой, мать его, кошмар. А кэша-то нету. Не-не-не-не-не-не-не.